Это эпистера битва во ФНАФе. Марионетка против Кексика. Погнали, Boost Production. Первый убитый я ребенок, я марионетка. Все, кто меня увидел, впредь живет на таблетках. Полоски белые, лицо страшнее, чем у Джокера. Мой скример будет похардкорнее Виллокера. Какое-то пирожное вдруг вызвало на битву. Ведь я могу тебя сожрать, не думал ли отбитый. Тут нас не доживая, это что за наркомания? Она ведь даже не должна заслуживать внимания. Тут кексик вновь прекрасен, но однако не съедобен. Если сожжешь меня, то будешь снова похоронен. Смотри, какой я нежный, на меня текут все школьники. Твои ручищи мне напоминают грабли дворника. Ведь я этих кадров напин на столах и на плакатах. Я популярнее тебя, признай это, братка. Стою я на столе везде, как на доске почета. Тебе лишь достается только грязная работа. Был жертвой Purple Guy, но теперь я убиваю. А ты вообще пасхалка, о которой вряд ли знают. Моей руки хватит, чтобы охватить таких вас трое. А твою булочную скоро навсегда прикроют. Ты тут не выиграешь, детям вообще не интересен. И про тебя не будут сочинять детишки песен. И хлебобулочная, залезай в мою духовку. Ведь я могу тебя сажать даже без остановки. Смотри на мой оскал, тебе пора готовить скальп. Ведь мои зубы прогрызут, поверь, любую сталь. Не знаю, как таких, как ты, вообще земля носит. Твоя мамашка на меня уже глазами косит. Румянец на щеках, это вообще не по-пацански. Да и отдельные разработчики тебя по-пацки. И не помогут лишь не вырвать мою победу. Я не обычный кексик, а крутейший кексик гетто. Кто выиграл? Решать тебе, голосуй в вопросе, ссылка в описании. Спонсором данного ролика является магазин Maximum Discount, где при покупке вот таких вот наушников вы получаете Monster Beats Tour, колонку Beatbox, MP3 Player, а также нож-кредитку. Желаю вам всем удачных покупок, дорогие друзья, а также хороших каникул. До скорых встреч, пока-пока!